Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, я заберу свои награды и посмотрим, где я сейчас нахожусь. Все-таки в Лиге Сёгунов две звезды. А был в Лиге Мастеров, друзья мои. Ну ладно, ничего страшного, давай попробуем сегодня оторваться от этого всего. И, кстати, я подумал, что мы, наверное, сделаем это по-быстренькому с помощью либо... Откатов мало, правда? Либо с помощью наших маузеров. Ну, наверное, здесь можно и попроще кого-то взять, потому что тут 61-й максимальный, да, уровень противника. Если я возьму, например, даже Леонардо. А Леонардо сможет с ними справиться? Вопрос интересный. Мне кажется, не потянет он. Армагон, да, Армагон 100% их вырубит. Но я думал, что мы с тобой как бы сыграем всю партию без откатов. Но, видимо, не получится. Ладно, давай смотреть. Тут 100%, ребят. Я был уверен, что Армагон справится. Но дальше что будем делать? Потому что у нас будет уровень у противника расти. И, соответственно, нам придется все больше и больше ставить крутых наших прокачанных персонажей. Так, 21 ранг. Ну, тут 58, 59, да? Даже 60 ранга нету. И если я возьму 1, 2, 3, 4, а пятым у нас будет, ну, предположим, Супер Шреддер. Как думаешь, получится гасануть их всех? Мне кажется, получится. Давай проверять. Да, более чем. Завалили, в принципе, без проблем. И мы продвигаемся тогда дальше. Но не забывай, что персонажи у нас заканчиваются. Откатов всего 28. В Лигу Мастеров-то мы сегодня попадем. Это однозначно. Хотелось бы только узнать, какой у нас будет ранг. Либо Лига Мастеров 2 звезды, либо 3. Но мы двигаемся медленно. Скорее всего, 2 звезды. Это наш потолок. Так, берем Рафаэля, возьму Леонардо. Почему так? Ну, во-первых, ребята, Леонардо массовик, а Рафаэль у нас провокатор. И он, в принципе, сможет защитить наших слабых персонажей за счет того, что он будет принимать весь удар на себя. Но есть одно небольшое но, ребята. У них есть массовые атаки. Если они, каждый, сделает по массовой атаке, то вот такие, как Леонардо, вот этот вот, Крип, тем более Хан, они могут погибнуть. Но благо у наших бойцов очень быстрая инициатива, скорость. И мы не дали шансу противнику вообще даже сделать ход. Так, 78-я была, становится 66-я. Да, двигаемся не очень быстро, но зато продуктивно. Давай возьмем Бакстера плюс Донателло. Оба сотого уровня. Соответственно, оба будут ходить первыми. Ну, я думаю, что после двух атак вот первым ходит Бакстер, и Донателло идет на добивку. Все, все, ребятушки, мы здесь справились. Поэтому пока отлично. Но зато в этом бою я применил двух прокачанных бойцов. А у нас они, как говорится, не бесконечные. Так, тут уже 62 уровень. Я возьму, наверное, вот этих. Тут один всего лишь 62-го. Так, Донни, давай два Донателло возьму. Опять же, ребят, неплохая комбинация, потому что один провокатор, другой, мало того, что он массовик, так он еще и хиллер. Так что это вообще хорошая комба. Начнем с массовой атаки. Ага. Вот это вот плохо. Это, ребята, плохо, потому что у Карайки инициатива тоже неплохая, ребята. Она ходит, соответственно, как можно быстрее. Как только такая возможность у нее представляется. Вот зачем я это делал, если, блин. А если вот так, например, Донни-то упадет от... Ну, даже если бы он сейчас выжил, он бы от постепенного урона отдуплился. Да, как-то медленно у нас идет все это дело. Ну что же. Ну давайте уже 16-22, то чего вы все вокруг да около болтузитесь тут.
и не даете мне вот никакого шанса. Зэк плюс крысиный король. На этот раз будет такая комбинация. Ну, естественно, зэк будет ходить первым со своей бомбочкой, замедляющее время. Так, а дальше идет крысиный король. Все. Беспроигрышный вариант. Погнали дальше. Это пока, ребята, еще слабенькие бойцы у нас. Даже 70 уровня. Я имею в виду, врагов нету. Поэтому так все легко и просто. 68-го. Так, ну здесь... Ну, давай я возьму Кренга, наверное. И вот этого Рафаэля. Рафаэль будет ходить первым, соответственно, со своей массовой атакой. Ну, а Крэнк уже, как говорится, остальных всех добьет. Давай, родной, вжариваем по полной программе. Хорош. Ну что, погнали. Погнали дальше. Так, ну я смотрю, Лига Мастеров уже, ребята, не за горами. А бойцов-то у нас маловато осталось, к сожалению. Так, 16-22 мне нужно, вот. Да, совсем мало. Ну давай возьмем Кожеголового плюс... Ну давай Пиццелицева, пускай будет он. Раз, два, три. Так, хорош, раз, два, три. Ну что, Кожеголовый делает кувырок. Получается, да? А кто остается, Пиццелица добивает своей вот этой плюхой. Я вам говорил, ребят, сегодня будет быстрый у нас пробег. Без каких-то там замедлений. Ага. Понятно. 13 ступенек с тобой взяли. И вот что у них за мода брать? Вот давать мне 16-21. Уже было давным-давно 16-22. Мы ни разу не проиграли, чтобы нам давали повод на понижение. Вот зачем такое делается? Блин, бойцов-то еще дофига. У нас Майки и... Мэкман. А сможем ли мы... Блин, подожди. У Майки массовой атаки нету, так? Нафиг его, потому что тут слишком круто. Давай-ка я возьму, наверное... Кунаичи все-таки. Просто Микеланджело, он, да, кого-то одного, может быть, гасанет. Но так как у нас куча мелкашей, они потом будут страдать у меня. А я этого не хочу. Топчи. А, затоптал. Ну и погнали тогда дальше. Сейчас мы переходим уже в Лигу Мастеров, насколько я понимаю. Да, Лига Мастеров, только лишь одна звезда, 92-я позиция. Ну, давай, к примеру, возьму вот эту вот, наверное, команду. Так, Алапекс плюс Ванька. Алапекс плюс Ванька. Ну, понятно, что Алапекс будет ходить первой, а вот Ванька не подведет ли он нас? По идее, соточка у него. Но инициатива у него слабая. Поэтому он может подвести меня. Блин, и Алапекс. Нет, все нормально, ребят. Алапекс, кстати, очень много хп отняло у наших врагов. Ну что, дало, короче, 100% гарантию проходки за то, что Ванька... Да он мог бы и пулеметную дробь применить, ребят. Все равно они бы упали бы. Так, 80-я, да, позиция. Хорошо. Но 20, 16, точнее 17-23, наверное, нам не дадут. Типа еще рано. 50-й барьер мы с тобой не перешли, поэтому пока вот так вот. Слэш плюс Усаги. Слушай, нам придется все равно, ребята, откаты применять. У меня не хватит бойцов. Я думал, что мы с тобой пройдем сегодня всю катку без применения откатов, но нифига, не получается такая. Петрушка у нас, и нам придется
Ну, там будем, если что, брать, наверное, кого? Маузеров. Даже можно, в принципе, Армагона не трогать. Да, наверное, на одних маузерах будем с тобой отыгрываться. Хотя бы в Лигу Мастеров 2 звезды добраться. Сегодня что у нас? Сегодня пятница, да? Сегодня пятница, у меня короткий выходной. То есть много я здесь ничего не сделаю сегодня. И видосиков много сегодня не смогу, наверное, снять. Блин, подожди, маузеры. Маузеры, смогут ли они повалить всех? Что-то как-то мне сомнения берут. Давай я перестрахуюсь Рафаэлем. Маузер, по-моему, до 70-х уровней валит всех. А вот уже кто повыше, он может их оставить недобитыми. Сейчас глянем. Нет. Тут он все идеально сделал. Значит, можно было бы Рафаэля... Ну, я, ребят, перестраховался, скажем так. Я не стал рисковать. Взял его для того, что если что-то пойдет не по плану, он смог добить. Так, 17-23. Ну вот, что у нас тут осталось? Да практически ничего. Эти 71-73. Да, нам придется с тобой все-таки брать маузеров. Как-то отыгрывать вот этих еще. Ой, тут еще и 60-е уровни. Ё-моё. Ну давай вот так вот. Ну, опять же, вся надежда на маузера. На наших кроликов, что они сейчас будут, соответственно, с одной плюхи выносить всю команду вражескую. Но это, к сожалению, выходит не всегда. Кто-нибудь может выжить. И когда у тебя остаются слабенькие бойцы в команде, соответственно, они могут получить очень хороших звездюлей. Когда еще некому прикрыть твою команду, ну, тут начинается, конечно, трэш. Так, 17-23 нашел. Давай попробуем взять Армагона. Армагон, вот, кстати, этого Майки надо отыграть. Раз, два. Блин, 74... Не, подожди. 74-75 уровень. Вообще не катит нифига. Даже если Микеланджело сделает уклонение на всю команду. Ну, давай проверим просто. Хотя они уже не успеют ничего сделать. Мы их разнесем. Так, Армагон справится с 75 уровнем? Нет. Вот почему я и взял Кунаичи. И мне кажется, что уклонение от Майки нас бы здесь особо сильно не спасло. Вот не будь у меня здесь в команде Кунаичи, пошли бы, как говорится, клочки по закоулочкам полетели бы. Так что тут нужно, ребята, трезво все оценивать, прикидывать, вспоминать, где что и как, в каких поединках кого применить. Раз, два, три. Ну, здесь я спокоен на 100%, потому что Рафаэль делает массовую атаку, довольно неплохо отнимает ХП. Ну, а маузером просто остается лишь с Лигансушки применить свою массовую атаку. Ну, смотри, видишь? Тут даже бы мог бы и Армагон справиться, и Супер Шредер. Когда такое количество у противников остается по ХПшке, то, в принципе, может либо... Даже Ванька Стиранка может их всех победить. Ну что, мы сегодня получим 2 звезды? По-моему, нифига мы не получим. Давай 17-23, что ты опять мне тут начинаешь втюхивать? Ну вот я возьму Армагона, например, и Рафаэля. Раз, два, три. Надо уже как-то, не знаю, ребята, либо вот эти как-то прокачивать до сотки, либо тех, кто у нас там 50-60 уровни. Подтягивать ближе к 70-м, к 80-м уровням. Потому что так нам приходится с тобой что делать? Если у нас очень какой-то сильный бой, нам приходится с тобой брать прокачанных персонажей. И если бы мои персонажи, которые там 50-60 уровня, были бы уже 70-го, они были бы, ребят, самостоятельно сами за себя постоять. Понимаешь, да? Просто кучкой берешь их
и все. По крайней мере, до 60 уровня они могли бы, наверное, разруливать ситуацию сами. А тут нет. Тут приходится, ребят, постоянно их прикрывать. Ну вот сейчас глянем. Взял маузеров. Плюс у нас отряд из 70-х уровней. Там 70, по-моему, даже кто-то 4-го есть. Давайте посмотрим. Здесь, наверное, не добьет он всех. Да ты посмотри, что он творит, а? Маузер, хорош меня расстраивать. Ну, как бы, с одной стороны, ты меня радуешь, а с другой стороны, я сейчас возрадуюсь, что он может бомбить 75-х уровней. И настанет такой момент, когда я его возьму с полной уверенностью, что он сможет разбомбить команду, он оплошает. Такое уже было неоднократно. Просто вот эти вот подставы. Раз, два, три. О, слушай, смотри, у нас идеально получилось отыграть всех. Ну что значит идеально? Без откатов бы фиг ты кого бы тут отыграл. Ну, они сейчас упадут все. Шикарно. Так, ну что, ладно, ребятушки, мы тогда что делаем? С ареной на сегодня закончится. Сегодня пятница. Блин, я, наверное, рано зашел. Надо было днем заходить, потому что у нас с тобой событие, оно, наверное, еще недоступно. Ну, я имею в виду, которое в пятницу начинается. Сейчас я посмотрю. Так, испытание. Да, оно еще недоступно, ребята. Ну, только через 3 часа будет открыто. Так, пройти серию испытаний. Угу. Ну, давай возьму, наверное, здесь Рафаэля, Леонардо, Армагона. Донни, отвали. Возьмем Алапекс и Майки. Я просто хочу немножко захилять команду, чтобы она была в полном здравии. Поэтому взял сюда двух хилов. Ну что, Лапекс? Ну давай массу сделаем, фиг с ним. Так, окей. Минус. Я тебя понял, парень. Лови ракеты. Так, наверное, пока рановато, да, лечиться? На второй волне. Ну, тут, в принципе, команда так себе. Провокации нет, потом делаем ярость. Давай, наверное, сделаем уклонение тут. От греха подальше. Опа-на! У Алапекс взаимовыручка идет. Я так понимаю. Ну, давай массовую сделаем от Леонардо. Что ты делаешь? Да, у нее взаимовыручка, ребята. Помощь другу. Твою налево взял, называется похилять команду. Похилял. Лапекс просто всех разнесла. Ну, это, кстати, очень хороший удар. Получается, что она действует как Крис Брэдфорд. Но у Криса не очень часто это срабатывает. А у Лапекс 100% после каждого нанесенного по нашему бойцу урон, Алапекс отвечает контратакой. Шикарно. Так, ну что, пойдем теперь сразимся в этих боях. Ну, типа сразимся. Так, давай смотреть. У нас кто? Леонардо, да, сейчас идет? В приоритете. Я имею в виду Леонардо видение, вот он. Так, нам нужно найти 5 3D очков. Да, с этими очками ты промучишься. Так, одни есть, а нам нужно сколько? 5, да? Ага, вторые. Третьи. Так, третьи, четвертые и последние, пожалуйста, мне дайте. Сотовый телефон, вентилятор, всякая ерунда. Ну вот, да дайте, говорю, очки-то, ё-моё.
Вот. И помимо этого нам еще надо что? Блин, 14 наушников. Пока только лишь... Ага, двое. Опять эта зеленая куба вымораживает меня просто. Ну все, короче, испортил мне всю игру. Так, три. Четыре. Почему, ребят, куба выпадает? Ну, подожди, а у кубы? А, нет, у нее просто вообще обычная рамка. У наушника все-таки, ребят, такая серебряная, то есть выпадает более редко, чем эта зеленая колба. Все, у меня еще и пицца кончилась. Так, мы можем уровень поднять, что ли, да? Даже два уровня. Ну что, там остается, ребят, совсем ничего, да? Сколько там у нас? 8, получается, еще наушников надо будет. Здесь, соответственно, забираем с тобой все награды. Так. Здесь сейчас немножечко приберусь. Ну да, в принципе, ребята, на сегодня можно и заканчивать. Да, жалко, конечно, что я чуть-чуть рано зашел. Я просто думал, хотел успеть. У нас, как обычно, сам понимаешь, есть возможность, время, мы заходим. Потому что потом могут планы поменяться, там, куда-нибудь какие-нибудь дела, уйдешь. Может быть даже такое, что в этот день бы я вообще не поиграл бы. Поэтому, друзья мои, уж как получилось, так получилось. Ну что же, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!